Мы сейчас едем в Ставрополь. Антоша, тут садись. Просто в обратном направлении, тогда и пойдем как бы. Терминатор нервно курит. Я что-то не понял. Ну, долго соображал. Где-то кто-то что-то жарит, что? А вот здесь большое. Давайте пока найдем, ребят. Не знаем, какой этаж, знаем, какая квартира. Мы 4 месяца. Кнопок нет вообще. Москва. Вот и Москва. Привет, ребят. Привет, мои хорошие. Мы сейчас едем в Ставрополь. Вот такие симпатичные, прямо городские жители, я бы сказал. Антон, ну брат мой, собрался там вещи какие-то купить. Попросил, ну как, свозить его и заодно. До Иришкиного сына заедем. Там сало, петух, все дела передать. Всей бандой. Всей бандой едем, да. Опять замыкаетесь, Ира? Конечно, ты замыкаешь. Ой, блин. Ух ты ж, какая хорошая. Ага. Шапка у тебя получилась. Козырная. Сейчас до братишки заедем, забираем его, ребят, и мчим в губернию, в главный город Ставропольского края. Опа! Ты замкнул, да? Калитку, да. Молодец. Ух, эти правда, Андрюшу хорошо постригли. Да, Андрюша. Очень хорошо. Я поздоровалась или нет? А то... Да, наверное. Наверное, да. Вроде. Все хорошо. Все хорошо. Конечно. Ух ты, он со смазкой. Антоша, тут садись. С этой стороны за красота. Вот это он увлекается, лепит. Здравствуй. Уж багажник надо было, не будет мешать, Антох? Нет, ты себе смотри. Да, не будет тебе мешать? Ему не будет. Привет, Зайка. Кто мешать не будет? Ну, рюкзак, рюкзак. Все, ребят, выезжаем в дальние дали. Покажем великий как город-град. Мы сразу, наверное, поедем Мелкому, а потом оттуда уже поедем, это, Антош, тогда уже оттуда а будем это, маршрут. Мелкого как раз, это, как раз тебе туда еще. Надо, да? А, ну и все, отлично. Хорошо, хорошо. И просто в обратном направлении тогда и пойдем, как бы, и к последним у нас пунктам будет тогда, получается, Читай-город. Замечательно. Ну, если нам туда надо, да, то есть смотри, я вчера, да, что-то слышала. Вик же недавно приезжал. У него канал куртка прям классная. Uh-huh. Вот может и тебе посмотреть. Я правда думал, он стоит там от десятки и выше, он говорит, блин, нормальные цены. Ну, понятно. Тут уже снег на полях, ребят, просматривается, ну ближе подъезжаем. Ну хотя солнышко, и, наверное, уже теплее сколько там, 5? Не, не теплее, было у нас 7 градусов. Сюда подъезжаем 5. В Ставрополе вообще обещают, что замело, Иришка говорит, ну не знаю, посмотрим. Нет, ну как бы погода там будет хорошая сегодня, там будет плюсовая температура, но там снег лежит. Ну я и говорю, замело, а что? Я не так сказал. Не, ну сейчас там не метет. Замело, слово, как? Все? Замело. Да, вот так прям, так. Сильно. Сейчас я покажу, ребят, очки. Ира что-то их застромила. У меня такие, как для путешествий. Очки. Они вот с тряпочкой специальной, со щекочкой. Ну, по мне так вообще огонь. Терминатор нервно курит в сторонке. Ну что, давай? Ира не захотела их одевать, мы просто сейчас едем, но солнце слепит. Они специально с покрытием для дорожных прогулок вот такие. Ну, чтоб солнце не слепило. Я лучше пощурить. Ира не захотела. Не шарит. И очки огонь. Да были 85-го там. Просто вы ничего не шарите. Обещанного 20-сантиметрового снега, но это не важно. Все равно мы приехали, все хорошо. Сейчас будем показывать достопримечательности и красоты данного города. Тоже 7 градусов.
тоже 7 градусов, здесь уже потеплело. Мы привезли тепло. Наши бренные тела излучают его, видать. Поэтому, как бы, где мы, там и тепло. Мы же выяснили давно. Что? Что ты как ящерка просто принимаешь температуру окружающей. А причем тут наоборот мы привезли. Я привез такую тепло. Твое теплое тельце. Да, распределиться равномерно по городу. Как туман, знаешь, стелится, так тепло пройдет. Во все окна, щели, подвалы. И везде будет 7 градусов, куда ни плюнь. Это хочешь сказать, у меня 7 градусов? Я что-то не понял логику вашу. Как-то маловато. Я был так, знаешь, как терминатор замороженный. Двигался бы это так, медленно и печально. Если бы ты был 7 градусов, потому что ты уже не двигался. Спасибо. Скорее всего. Последние годы. Конвульсивные. Поддержка. Надо же наоборот сказать, что вот как там злой рептилоид, я бы там встал по боку, несмотря ни на что. Сжег бы. Живу? Да, да, да. Ой, ай, ой. Блин. Приехали, короче. Ребят, сейчас остановимся уже где-то там, куда мы едем, я не знаю, куда. Обиделся. И там все пока газует. Газу. Обиделся. Так у него же Веста АМГ, блин. У него бешеные диски. Фух, ладно, ребят, заезжаем в город. Сейчас, когда остановимся уже, все покажем планомерно, поэтапно, четенько, весело и задорно. Ставрополь! Вот так, не успел. Не успел. Не успел. Косяк, я хотел успеть, ребят. Честно, ну, долго соображал. Ты ж пока болтал. Да, да, я ж пока все рассказал. Тоже классически рассказывал. Нельзя было это как остановить. Всплеск эмоциональный. Как бы так. Вообще нельзя. Вообще нельзя останавливать. Да, да, да. Пока плещется еще. А дай мне какую-нибудь камеру. Зачем? Там дома есть. Пока у тебя будут эмоциональные всплески, мы разнадеем. Лира придумала так сделать маленький канал и снимать то, что я обычно... Вырезаешь. Да. Такие плохие кадры в моем понимании. Не самые лестные, как в мой адрес, что ли. А Ира хочет наполнить контент именно вот этим нелестным контентом. Коварным, каверзным. И называют канал называться «Неизданное». Да, да, да. Не, ребят, смотрите, снежок есть. Как бы необещанный, конечно, но... Опять же, тут от... сейчас скажу по-умному. Тут от района города может очень сильно погода варьироваться. Есть низ города, верх города, и где-то может прям снег лежать, а где-то может быть прям ну, типа тепло. Снега нет. Сейчас посмотрим, куда попадем и что там будет. Ну, тут солнышко, светло, 7. Как у ящерки, все четко. 7 градусов. Докрикиваться можно в домофон просто. Приехали, сейчас я выйду. Приехали. Ух ты. Вот зима. Насыпь. О. Такая у нас зима. Это до сына Иришкиного приехали. Сейчас ему утки, сало, плюшки отдадим. Не, у меня там тут не. Тут нормально. Мне лужа попалась. Давай. Замкнула машину. У нас таких домов нет, шашлыком пахнет. Где-то кто-то что-то жарит. Я тут по приметам только, знаешь, ну как бы. И все, потому что оно все реально одинаковое здесь. Пахнет, где-то шашлык на балконе жарят. Или шашлычка где-то, да? Да. Гастроном. Может, кафе какой-то. Он дома будет вообще? Так какая разница, хоть дядька открывает. Нам-то что? Тише.
как взрослые. А что он такой тесноватый какой-то? Ну, потому что мы в маленький лифт. А вот есть большой? Да, а что ж мы для толпы? Ну, этот быстрее пришел. А он на речи ездит, быстрее, ракета. Да, Леша, ты для живых котов, для живых котов. Ну, блин. Это для нас. 400 килограмм подтянет. Цивилизации хватнули, вылазь. Да, хвары катать. Тут 16 или дальше приедем? Нет, тут, по-моему. Ира, как там окружились, я не знаю. Вот это? Нет? Выбирай. Да, 11-я. Ну, 12-я пускай будет. Но мне кажется, у него 16-я квартира была. Ой, но что-то не туда приехал. Ира, мы не там вышли, наверное. Уверена? Поедем теперь в большом лифте. Вот это для нас. Да, для нас? Да, что ж мы плечом к плечу стоим. Поедем на четвертый выше. Сейчас пока найдем, ребят. Не знаем, какой этаж, знаем, какая квартира. Поэтому приходится резвиться, кататься. Иду, уверенности нет. Тоже. Может, еще придется покататься. Это же было, могу вас спросить. Я спросила, за телефоном пойду. Там в телефоне же написано. Телепорт. Да, если бы номерки еще были. Ну вот, смотри, 14-16, вот 16. Давай, активно. Там есть собака? Собака-то злая. Злая. Без какашек по ним ходим. Охранчик сейчас. Вы собаки меня испугались. Охранчик сейчас меня не испугал. Он как это, как кино, как Сетков. Успокойся, ой, господи. Еман. Вот этот пес мощный. Для кого? На, ставь, куда же? Где я? Я не буду разваливаться. Да на здорово, хоть Иман наш еще вырастет, получается. Ну, 4 месяца. Не, ну есть же такие, которые дальше растут, знаешь, а есть, которые не растут. Это сильно не вырастет. Все, успокойся, это все свои. Все. Она весь адреналин уже выбросила на пол. Вот здесь сразу, только нас увидела. Больше не будет. Ленуйся. Да этот, вам-то смешно. Цвет прикольный. Вам-то смешно, мне каждый раз приходится убирать. Адреналин утирать. Все, это все свои, все свои, все. Охранщик. Охранщик. Адреналин, ребят, разводы от адреналина. Резко едет, ну да ты этаж один нажали, это же маратон. Давай, ракета. Вверх, вниз, вверх, вниз. Развлечение, ничего так на халяву так. Покататься в лифте. Когда ты еще в лифте покатался? Да не давай. Ой, счастье какое. Ой, хорошо, ой, радость. Нафиг, что мне едет. А ты телефон взял с собой? Вы да нажали, нет. А то есть Антоша может звонить сейчас мне там на телефон? Может. И плакать. Кинули, еще перестали трубку. Высадили, и все, и потерялись. Ну сейчас, если звонки там есть, мы его успокоим. Просто я, ребят, свой телефон вообще дома оставил, я Ришка в машине. А мелкий пошел тут до товарища. На первый этаж нажмите, пожалуйста. Вот так. Да, я, да, смотрите, да, я сам нажимаю, умею. Кто нас уже вызвал? Да, уже. Я до нажатия дверка закрылась. Туда дверка едет. Закрывается в любом случае. Да. Да. Я из лесу вышел, был сильный жара. Технология это для меня сложно. Слушай, а что же было бы, если бы, знаешь, если был бы лифт, знаешь, ну какой-нибудь гостиница, знаешь, где карты? Кнопок нет вообще. Ты бы плясала бы, наверное. Я думаю, я в такую среду не попаду просто, Ир. Ну, все проще. Ну, что ты так лопать себе думать? Плохо, знаешь, солдат, который не мечтает стать генералом. К машине идем. Сможешь себе позволить. Помечтать могу. Зачем? Ну. Сейчас поедем братишку заберем и поедем в магазин. Он там куда-то, где-то что-то хотел купить. Ну, поедем, снимем, покажем. Ну, вот это дома тут, ребят. Вообще. Да, вообще. Небоскребы маленькие. У нас таких нет. Это же 10, наверное, да? Больше есть, это 16 этажки. Чуть-чуть дальше, вот туда, в ту сторону. Как бы. Для меня это, конечно, вообще нонсенс. Да они, наверное, и вот здесь, ну как бы. Да не, ну просто смотрю, что высокие, но у нас таких нема.
Нету, нету. У нас 5-5, по-моему, максимум. 5 этажей максимум. А тут побали. Едем за Антохой, короче, ребят. Не звонил, не плакал? Нет, еще не плакал. Хорошо. С парнями посидел, чуваков и попил. Это что? Резкий. Там мы так что-то, я так подумала, знаешь, думаю, ну пусть бабушка остается с ним. Ну, как бы побудет. Хотела посидеть. Да. Что, она с нами в принципе ходила. Ну, да. Ей там будет интереснее. Полюбасу. Москва. Вот и Москва. Да. Быстро прям. Москва приехали. Что там какой-то вот она какая. Пошарпанная. Сейчас я лучше вылезу, через стекло не видно. Не видно всей прелести и обшарпанности данного заведения. Сейчас покажем. Нормально. Придется применять. Поверните направо. Вот такой обшарпанный, как торговый комплекс, Централ, как правильно его называют? Торгово-развлекательный комплекс, нет. Торгово-развлекательный центр. Центр. Да. То, что там С было, ТЦК-чка. Точно. Больше он R, чем. Ой, больше Т, чем R. Ну да, развлекательный вряд ли. Нет, так там написано, что боулинг вроде бы. Сейчас все посмотрим, ребят. Поэтому мы найдем. Где куртки продают. Вау! По-взрослому. Телефон. А вот куртки или не такие надо. Ну же он в женскую одежду пойдет. А что-то. Я ж откуда знаю, может там все. Нет, Андрей, не пойдет. Откуда я знаю? Странный ответ на такой вопрос. Не-не, в смысле там все куртки, я думал, я ж не знаю, там женские, не женские. Я увидел, куртки там висят. Не, нормально как. Может это куртки. Там женская пойдет. Ну я откуда знаю. Я не об этом, я в смысле, что там, может, куртки будут разные. Ну там как-то прозвучало. Ну понятно. Зацепились за меня.